Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Сегодня пятница, окончание недели. Надо подводить итоги тех сделок, которые уже совершали в течение этой недели. Среднесрочникам и краткосрочникам, скорее всего, уже пора закрывать будет сегодня в конце дня сделки, которые открывались в течение недели. Те, кто работают в долгосрочном режиме, в принципе, стоим дальше, если есть аргументы для этого. Те, кто пришел только недавно, возможно, еще не ко всему привыкли, поэтому если периодически вопросы какие-то возникают, смело в чат пишите. Если вдруг по какой-то причине вы не можете писать сообщение в чате, то в этом случае, значит, вы забыли зарегистрироваться, либо у вас еще нет личного кабинета у нас на сайте. Исправляйте эту маленькую недоработку и присоединяйтесь к беседам в нашем дружном коллективе. Для новичков говорю сразу, что не нужно никаких графических построений запоминать или записывать, или каким-то образом фиксировать, потому что, ну, на мой взгляд, их действительно очень много здесь, и именно для этого я даю вам возможность скачать мой профиль для метатрейдера со всеми настройками, со всеми индикаторами, со всеми построениями, скриптами и так далее. И если вы все правильно сделаете, она вот здесь у вас отобразится как аналитика от Ершова. То есть из стандартных настроек перешли к моим, посмотрели, что вам нужно, и можете обратно возвращаться к настройкам по умолчанию. То есть вот так. Никакой сложности в этом абсолютно нет. Будут сложности с установкой, можете обратиться в ростовский филиал, я помогу. Вот. Заметил, что в некоторых случаях может возникнуть затруднение с установкой, но это именно частный случай, скажем так, который вызовет сложности и с другими программами. Если у вас диск, на котором установлен MetaTrader, полностью забит под ноль, я первый раз в жизни недавно такое увидел, когда 0 байт свободного места на диске, то, естественно, новые файлы вы туда не поставите. То есть либо ставьте на другой жесткий диск MetaTrader, либо освобождайте, чтобы у вас хотя бы гигабайт свободной памяти был. Просто почему хотя бы гигабайт или два должен быть свободен? Потому что MetaTrader способен засасывать информацию по истории из интернета как минимум на несколько гигабайт. Особенно если вы еще проводите тестирование. Потому что у меня, например, MetaTrader бывало раздувался до 12 гигабайт. Хотя изначально его объем несколько сотен метров. Вот. Поэтому имейте в виду как бы такие самые простые вещи, которые нужны при работе с любым софтом. Здесь тоже должны быть выполнимы. Но это так, небольшое лирическое отступление. Начинаем, как всегда, с того, какие новости могут быть. Вот сейчас посмотрим, я сейчас с экрана исчезну, чтобы не загромождать экран. Вот. А ссылку с раздаточным материалом я дам в конце. Единственное отличие сегодняшнего дня от всех предыдущих, кто сегодня не обновит профиль, в понедельник перестанут работать все скрипты, все индикаторы. Сегодня обязательно обновите рабочий стол, ну или профиль, как хотите его называйте, ну или обновите в понедельник, потому что сегодня я поменял все файлы индикаторов и всех скриптов. Если не замените, они перестанут работать в понедельник. Ну, кто сегодня опоздает, на следующие дни замена тоже будет работать. Просто предупреждаю, чтобы не было паники, что почему перестали работать. Так, на сегодня с вводной частью все, я исчезаю с экрана, сейчас проверю, как там у нас дела со связью. Так, хорошо, вижу, уже много народу подключилось, замечательно. Так, что нам скажет экономический календарь, я возьму только самые важные новости, чтобы сильно много не смотреть. Так, японцы уже отвыступались в 7.30, значит, остается еще через 2 часа 40 минут индекс потребительских цен по Евросоюзу. То есть, возможно, еврик сегодня будет бегать больше, чем обычно, других каких-то с тремя восклицательными знаками новостей я не вижу. Если будут какие-то комментарии от любителей фундаментального анализа, то, соответственно, я жду ваших постов. Кстати, забыл сказать, что кто хочет высказать свое мнение, пишите в чат. Это всегда только приветствуется, если оно аргументировано. И кто хочет поделиться результатами торговли, пишем в пунктах, а не в долларах, чтобы не путать новичков. Так, вроде бы все. Ну, давайте приступать.
Так, в рамках моих обязательств я должен вам напомнить, что в ближайшее время будет проводиться семинар в Москве, то, что кто-то слышал, кто-то не слышал. Вот, поэтому давайте на всякий случай я вам ссылку в чат отправлю. В Москве будет выступать очень известный аналитик Насим Талеб, собственно, автор «Черного лебедя». Кто захочет, почитает. Сейчас у нас задача заниматься другим, но информацию я до вас донес. Так, вижу, вот еще постоянный состав подтягивается. Антон, Михаил, Дмитрий, Галина, приветствую всех еще раз, кто присоединился. Так, индекс доллара на днях. Так, что-то он у меня сместился. Со вчерашнего дня ничего не поменялось. Сидим между любимыми углами и будем так сидеть как минимум до понедельника. Поэтому смело идем дальше, потому что в основном сегодня интересно для торговли внутри дня. Потому что открываться в долгосрок или среднесрок в пятницу, ну, это не самый хороший подход. Поэтому спускаемся немножко пониже. Итак, любимый угол на DXY продолжает сидеть на 95.54, буквально там чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз. Возможно, какие-то новости на следующей неделе его немножко выбьют из колеи, потому что если вот посмотреть, все время жмется около одного и того же расчетного значения, который, в принципе, не дает нам покоя еще с конца сентября, где-то с 23 числа. Поэтому, если принимать какие-то решения, то после начала хорошего импульса, либо надо спуститься на еще более маленькие колебания, чтобы стало понятно, чего же американцы действительно хотят в ближайшем будущем. Мы с вами обозначили канал еще в начале недели. Уже было 4 попытки выйти за его пределы, одна даже почти успешная. Вот, сейчас уже получается сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шестое касание, еще и уровень по времени по цене одновременно. Поэтому последний сигнал по времени, кстати говоря, на этой неделе, который может быть вообще. И вполне возможно, что индекс доллара немножко спустится сегодня вниз, где-то до 95.41. Если индекс доллара спустится, значит, еврик с фунтиком поднимутся. Вот, а швейцарец с иеной могут, соответственно, опуститься, но с иеной более спорно, потому что там, смотря что сильнее, влияние иены или влияние доллара на саму котировку. Так, вижу, еще народ подключается постепенно. Дмитрий, Владимир, Павел, Владислав, Вадим, Александр, тоже добрый день, добрый вечер, доброе утро. Не знаю, в каком часовом поясе вы находитесь. Дальше, переходим в евро на днях. И тоже пролистываем, он сидит на любимом угле, так же как индекс доллара на часах. Отсюда сделки не самые интересные, так что пока что единственное, что можно сделать, это уточнить положение угла. Цена по-прежнему зажимается все во все более узком диапазоне, рано или поздно она все равно отсюда стартанет. Самое главное успеть ее подхватить, а так как это дневной график, у нас будет в любом случае как минимум несколько дней для входа в рынок, так что прозевать мы ее не сможем. Поэтому нужно просто караулить. Так, вижу, уже пошли первые комментарии. Михаил пишет, на следующей неделе в пятницу выходят данные по рынку труда в США за сентябрь. Так, ну да, кстати, следующая неделя — это ж октябрь уже. Первая пятница месяца — это ж святое дело, конечно. Да, ну мы к этому обязательно вернемся. Спасибо за комментарий. Дальше Михаил пишет, сегодня в 12 часов выходят данные по инфляции в ЕС, обращаем на них внимание. Ну, сейчас как раз на часах дойдем, поставим вертикальную красную линию, чтобы народ внимание обращал. И давайте перейдем на тот же самый инструмент, но на более маленькие таймфреймы, то есть на часовой график. Вот, собственно, вчерашние опасения оправдались. Да? Мы с вами рассуждали, что пойдет либо вниз после пробития реверсивного угла, открываемся на продажу,
либо пойдет наверх, открываться нужно будет только после того, как пробьет основной угол 1,1, а не перенесенный 1,1, из-за того, что может тут же развернуться назад. Примеров было вот масса, да, вот здесь и вот здесь. Что получилось? Смотрим. Пошел за перенесенный 1,1, прошел за основной 1,1. Вот здесь вот был сигнал, по сути, да, с точки зрения углов, абсолютно точный сигнал. Но что нас остановило? Нас остановил осциллятор, сказал, что входить нельзя. Именно для таких случаев, чтобы бить по рукам, он изначально и создавался. То есть, как видите, он тут же развернулся назад и повторил, собственно, то же, что и было до этого. То есть цена снова синхронизировалась со временем. И пока что сказать, что восходящий тренд на евро, мы еще с неклассической точки зрения не можем. Поэтому пока что переносим углы. Теперь уже у нас никаких противоречий, в отличие от вчерашнего случая, нет. И остается только подождать, за какой из них он зайдет. Так, и по еврику выходят новости в 12 часов ровно. Как вот уже Михаил упомянул. Давайте сразу поставим, когда это будет. Вот в это время это будет. Так, дальше еще вижу сообщение. Алексей, по евро верхняя граница на Chicago Mercantile Exchange на уровне 1.15, предыдущая на 1.14 уже не актуальна. Так, сейчас проверим, стоит ли у меня 1.14. Так, здесь 1.15 стоит, 1.14 нет. Возможно, на днях пропустил. Да, пропустил. Спасибо, что заметили. Так, корректируем данные с 14 и переносим на 15. Так, комментарий стоит? Стоит. Все, отлично. Спасибо за уточнение, Михаил. Так. Здесь на еврике все есть. Давайте сразу проверим. Здесь на разметке 15 стоит. Так, есть. И вот здесь тоже старые данные. Пусть тоже будет. Все отлично. Спасибо. Так, дальше. Павел пишет, продажа по евро 100 пунктов с трех ордеров. Отлично, получается, успели на отбитии с 1.1 зайти. Отлично. Дальше, Сергей пишет, возвращаясь к следующей неделе, Алексей, уточните, пожалуйста, когда перейдем к индексам. Здесь сейчас уже конкретно от меня не зависит абсолютно ничего. Сейчас время проведения и содержание курсов утверждаются моим руководством. Как только все будет согласовано, собственно, вот наш дружный коллектив будет первым, кто узнает о том, что будет на этих курсах, когда они будут проводиться и так далее. Потому что была бы моя воля, я бы уже сегодня их начал. Вот. Но здесь есть определенные организационные вопросы, которые должны будут выполниться, и только после этого мы приступим к индексам. Потому что я думаю, что многим из вас работать на индексах понравится, может быть, даже некоторые из вас потом вообще полностью с валют перейдут на них. Единственное, что на индексах обычно начинают работать, когда депозит уже составляет хотя бы несколько тысяч долларов и больше. Там просто движение значительно сильнее, чем на валютах. То есть там за день, например, там 400-800 пунктов, именно не пипсов, а пунктов. Это как бы, ну, никого не удивит, это вполне нормальное движение, не вызывающее ни у кого удивления. За счет этого там и стопы побольше, но, правда, и профиты тоже побольше, поэтому к этому нужно быть заранее готовым. Поэтому управление капиталом чуть-чуть более жесткое, чем на валюте. Так, с евро все понятно пока что на данный момент. Я вот вижу, у нас даже виртуозы есть, которые вниз успели съездить вот тут вместе с ним.
Теперь фунт стерлингов. Фунт стерлингов совершил сигнал на продажу. Вот здесь вот. Немножко на нервах поездил. То есть вот сигнал. Осциллятор не сказал ничего, что нельзя. Трендовый индикатор тоже не сказал, что нельзя. Вот. Для тех, кто прозевал, буквально сразу был еще один сигнал. Вот здесь. И сбегал вниз, буквально там совсем всего ничего, сколько там, 34 пункта. И осциллятор сказал, что все, пора сворачиваться. Вот здесь. Ну, достаточно быстро среагировал. Потом, для тех, кто не успел, сигнал, соответственно, дивер. Да? Вот он. Минимум есть? Есть. Максимум есть? Есть. Переносим этот сюда. Этот вот сюда. Единственное, смотрите, ситуация очень похожая на то, что было вот тут с евриком, да, когда вот здесь был угол. Вот, помните, да, это этот момент. То же самое теперь с фунтом. То есть, если он сейчас идет и пробивает вверх, то не жадничайте, пропустите 11 пунктов. Если он зайдет за основной 1.1, это вот, вот эта сплошная линия, то тогда у него открывается уже очень перспективное и высоковероятностное движение наверх. Если нет, он может просто откатиться назад и зайти со второго захода туда. Просто не факт, что вы вместе с ним пойдете. Может быть, он вам выбьет стоп, а потом пойдет дальше вверх, но уже без вас. Поэтому лишние риски, я думаю, никому не нужны. Так, вижу еще, Михаил говорит, вчера индексы хорошо бегали, но они достаточно часто бегают, сильно. Особенно вот из тех, которые я предпочитаю, это индекс Dow Jones, индекс S&P 500, японка там тоже сумасшедшая, кстати говоря, Nikkei 225, DAX, NASDAQ. Ну, иногда еще можно добавить Russell 2000. Ну, вот, вот этих штук 6 нам с головой хватит. Единственное, в начале Dow Jones мы пока что рассматривать не будем, его еще не добавили. Так, Рафаэль задает вопрос, стопы ставит за границу углов, внутри углов торговать нельзя. Ну, если ваша торговая система позволяет совершать сделки внутри этого диапазона, то можно. Но вот с точки зрения того, что я вам рассказываю, внутри углов я лично никогда сделки не открываю. Потому что, как правило, ничем хорошим это в большинстве случаев не закончится. Почему? Потому что внутри углов еще непонятно, будет продолжаться коррекция или начнется следующий импульс в сторону тренда. То есть реверсивный угол отвечает за начало импульсов в сторону тренда, а перенесенный 1.1 отвечает за глубокие коррекции и за импульсы против основного движения. То есть вот этот угол отвечает за более рискованные сделки, вот этот отвечает за консервативные сделки. Все очень просто. Особо вредные из вас могут выбирать сделки только по реверсивному углу, но придется пропускать некоторые сделки и в них не входить. Ну, здесь уже дело вкуса и агрессивности. Кто как хочет, я на всякий случай показываю и те, и другие. Следующий швейцарский франк. Вчера с ума буквально сходил, пытался лихорадочно пробить вверх, молотил в 1.2, не получилось ничего сделать, сколько, раз, два, три, ну, грубо говоря, даже 4 часа не бился об 1.2, практически убил модель, но не получилось, и потом на новостях улетел вниз. То, что вот здесь был сигнал, формальный сигнал на покупку, я думаю, вряд ли кто-то из вас его послушал, потому что рядом находился 1.2, я об этом вас вчера предупреждал. Вот, а потом вот здесь был сигнал на продажу. Вот тут. Ну, по сути, этот сигнал хоть и был с точки зрения техники, но я думаю, большинство из вас, если заходили, заходили уже по новостям, которые вчера публиковались, а не по самой технике, потому что здесь новости были значительно важнее. Так что, несмотря на то, что здесь сигнал отработался, это заслуги
не самой модели, а заслуги того, какие вышли новости. Это тоже все должны понимать. Вот. И вот здесь были первые признаки остановки импульса. Ну, достаточно точно, фактически, на самом кончике движения. Так что вчера на швейцарце, кто на новостях торговал, вполне возможно, пунктов 40 забрали. Поэтому, если у нас такие товарищи есть, то жду ваших сообщений в чате. Переносим углы. Вот этот сюда. Вот максимум последний. И по сути, если сейчас забыть про Ганна, то вырисовывается обычный вымпел, да, который вот сейчас или на этой, или на следующей свечке может начать отрабатываться, и швейцарец еще упадет. Так что, любители швейцарца, внимательно, вполне возможно, на следующем часе вы войдете в рынок. А если есть те, кто еще до сих пор висит, то сидите дальше, вы можете увеличить свою прибыль. Так, Сергей пишет, по франку стою 3 ордера в sell, самый лучший от 97-148, вчера один ордер закрыл, взял 30 пунктов. Так, 97-148, даже интересно посмотреть, 148, ну вообще идеально, да, фактически от 1-2 открылись. Великолепная точка входа. Там и стоп-лоссы были микроскопические практически. Отличный результат. Спасибо за то, что поделились своими результатами, Сергей. Если еще есть те, кто торговали на швейцарце, жду сообщений в чате. Так, японка. Японка, мы вчера с вами разобрали, убила модель старую. У нас максимумы растущие уже есть. То, чего мы вчера еще наглядно не увидели. Так что вот эта линия тренда у нас вполне может превратиться в новую модель для построения. Так, где? Здесь уже скорости более адекватные. Давайте что-нибудь более яркое ей дадим, чтобы отличалось от предыдущего. Вот. И сразу давайте, так, стоп, опечаточка есть на одну свечку, то скорости неправильно нарисую. Вот, вот так. Так, и сразу рисуем угол. Вот видите, даже здесь, на MetaTrader'е, просто угол все равно какую-то небольшую погрешность дает в таком варианте исполнения. Кто рисует вместе со мной, скорость 8,23 по пятому знаку после запятой, если смотреть. Так, ну и давайте теперь рисуем. Вот это у нас еще не минимум. Цена возвращается к начальной скорости после ускорения. Это вполне нормальное явление. Вот, в начале цена всегда быстрее бегает в основном. Но потом время ее все равно обгонит. Я это еще на клубном не вам рассказывал. В эстафете на скорость время всегда побеждает цену. Рано или поздно. И вот он, последний максимум. И теперь ждем, что он будет делать дальше. То есть он может отбиться от 1.1. Это тоже будет сигналом для входа наверх. Если он в ближайшее время образует что-нибудь типа вот такого вот движения, то, соответственно, вот этот передвините вот сюда, а вот этот, так, не вижу, где маркер второй, а, о, не видно его, этот передвините вот сюда. Ну, пока новых экстремумов нет, ничего двигать мы не имеем права. Так что сидим, ждем. Расстояние между углами очень большое. Теоретически сейчас формируется сигнал на продажу, но я думаю, ни у кого желания около 1.1 открываться не будет. Вот. Плюс ко всему, у Японии настрой именно на удешевление японской иены. Она стоит в знаменателе, поэтому она потянет котировку наверх. Тут зависит от того, как будет влиять доллар и иена на котировку, кто будет влиять сильнее. Вот. Поэтому мы присоединимся к большинству, пока где большинство еще не видно, поэтому
будем судить по пробитию углов, когда они более четко сформируются. Самое главное, у нас уже есть модель, с моделью работать уже всегда проще. Так, Дмитрий пишет, вопрос по фунту, можно ли перенести верхний угол на свечу 2 часа ночи или она не подходит? Ну, давайте вернемся, сейчас посмотрим. Так, 2 часа ночи, где это? Ну, по сути, экстремумом это назвать нельзя, я думаю, вы понимаете. То есть, ну, фрактал это да, но по сути мы рассматриваем только наиболее важные экстремумы, а здесь это просто шум и все. Если как бы хотите максимально точно подходить к расчетам и исключить человеческий фактор, что какой важный, какой неважный, я вам в раздаточном материале давал, насколько я помню, вот это вот. Поставьте здесь девятку или любое нечетное число, где-то больше, чем 5. Это немножко изуродованная мной формула фрактала. Она позволяет делать фракталы с разными плечами. Вот здесь конкретно фракталы с 9 свечек с четвертым плечом получается. Обычный классический фрактал со вторым плечом работает. И он будет рисовать точки. Зеленые будут максимумами, красные будут минимумами. Ну и видите, мы как раз рисуем именно по ним. Я просто их и так уже вижу, поэтому я сильно не заморачиваюсь. Если на начальном этапе это какие-то затруднения вызывает, можете им попользоваться. Он особо сильно график не загромождает, не напрягает в этом плане. Поэтому на начальном этапе он вам поможет. Потому что здесь экстремум, ну именно фрактальный с точки зрения терминов Билла-Вильямса бесспорно был, но здравого смысла в нем особо не было. К этому тоже надо привыкнуть. У нас система не механическая, а аналитическая. Вот. Поэтому насколько можно было человеческий фактор из нее убрать, я убрал. Но некоторые моменты, вот как вот тот, который вы сейчас подняли, могут вызывать на начальных этапах споры. Но когда вы сами построите хотя бы пару месяцев уже эти углы, у вас подобные вопросы уже возникать не будут. То есть мы рассматриваем только максимально крупные колебания именно в плане импульс-коррекция, как вот были вот. Импульс-коррекция, 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 импульс-коррекция. И вот так вот дальше. А вот эти вот маленькие шумовые, это просто мелкие вибрации, которые будут интересны только на более низких таймфреймах. Вот если мы на 15 минутке спустимся, там они будут иметь значение. А здесь это как мелкая рябь на воде, когда ветер дует и слегка вода колышется, и все. Думаю, на вопрос ответил. Так. Дальше. Михаил пишет, я по франку стою с уровня Chicago Mercantile Exchange 98.04, 156 пунктов, вообще шикарно, прекрасный результат. Так, еще сообщение, так, что-то чат у меня начал с ума сходить, я сейчас в администраторский перейду. По моим расчетам франк может сходить к уровню 94 ровно, давайте на франк. Сейчас еще раз переключимся. Вот, ну, здесь модель по-прежнему еще никак не отработалась. Ну, то есть, если так вниз прикинуть, то в первом приближении у меня получается 95-89, а по квадратам посмотрим чуть-чуть позже. Это вот как бы первый, самый простой вариант, просто опустить вертикаль до ближайшего угла, до 1.1, когда цена и время снова встретятся. Здесь уже цена отстает от времени. К этому вопросу мы еще вернемся. Так. По франку нижняя граница на Chicago Mercantile Exchange 93.80. Сейчас проверим, стоит ли она у меня. И она у меня не установлена. Давайте поставим. Спасибо за информацию, Михаил. Ставим 93.80. Есть. Пусть стоит. Ну, ему еще падать достаточно далеко. Сейчас как раз сравним потом. Так. Нет, потом поставим на днях. Так, еще что. Сегодня вышли очень плохие данные для экономики Японии. Похоже, что крупные игроки издеваются над банками Японии. Опять ее толкают на укрепление в надежде, что самураи начнут проводить свои знаменитые интервенции, чтобы уронить иену. Но
В этом плане они могут себя проявить, потому что агрессивности Банку Японии в принципе не занимает. Так, вижу, на вопрос Дмитрий ответил. Отлично. Так, еще Валерий пишет. Сегодня в США окончание финансового года, банки и фонды будут фиксировать прибыль. Роман спрашивает, евро-доллар уже был? Ну, в первом рассмотрении был, до квадратов еще не дошли. Так, японка. Японку новую модель нарисовали. Дальше австралиец. Австралиец, вот была зеркальная с евриком ситуация. Пробил перенесенный 1.1. Сделка была на продажу, но ее было желательно не слушаться, потому что рядом был основной 1.1. Пробил основной 1.1, и здесь сформировался сигнал на продажу. Вот тут. Но он был только для тех, кто допускает рискованные сделки, потому что осциллятор сказал, что лучше не надо. Если были те, кто заходили на новостях или заходили еще раньше там, от этих максимумов, то сигнал на выход был как раз вот здесь. Именно по данному подходу можно было взять где-то 30 пунктов. Если есть виртуозы, кто заходил по другим методам и взял побольше, то мне было бы очень интересно услышать, на каких ценах заходили, сколько пунктов взяли, потому что у нас здесь присутствуют представители разных школ, кто-то торгует по фундаменту, кто-то по технике, кто-то по Эллиоту, кто-то по Фибоначчи, поэтому всегда интересно, когда вы делитесь своими мнениями в чате. Сейчас продолжает идти вниз, обратите внимание, что изначально у него была здесь дивергенция. Так, стоять. Вот. Дивергенцию фактически рынок сломал, сейчас продолжает идти вниз, поэтому пока что это падение может еще продлиться, где-то в районе еще 50 пунктов. Те, кто сидит в сделках, сидите дальше, кто вне рынка, сейчас входить бессмысленно уже, бежать за поездом не нужно. Так, Павел пишет по австралийцу, стою в продажу с уровня 77.02, ну-ка посмотрим. Ну, шикарно. На самой макушке зашли, так что вам точно еще стоит посидеть. В крайнем случае, если нет точных целей, где именно собираетесь выпрыгивать, можно просто перейти на более маленький таймфрейм, поставить 38 попугаев на него. И каждый раз, когда он дает сигнал на выход из продажи, передвигать стоп-лосс. Передвигать, 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 и просто потом рано или поздно вас выбьет. И вы получите достаточно хороший плюс. Будет отличное завершение недели. Так что мои поздравления, Павел. Следующий новозеландец. Новозеландец вчера на новостях чуть-чуть подергался. Был сгенерирован сигнал на продажу, в котором не было здравого смысла. Вот здесь, да, то есть осциллятор предупредил, что несмотря на то, что сигнал сформирован абсолютно корректно, но он противоречит осциллятору. Вот здесь осциллятор сказал, что вниз рынок, скорее всего, далеко не убежит. И, как выяснилось, действительно не убежал. И сигналов было потом уже даже два. Дивергенция и стандартный выход за пределы канала. И он вернулся назад. Переносим углы и ждем более корректных сигналов. Через час, вот это уже, скорее всего, будет фракталом. Сейчас я не могу перенести значение, поэтому после аналитики сами ручками вот сюда перенесете, перенесенный 1.1. Сейчас этого делать нельзя, поэтому я оставлю его вот тут на месте. Но я думаю, передвинуть линию ни у кого труда не составит. Так. Вопрос вижу не ко мне. Пока оставляю так, как есть. Канадец. По канадцу вот эту вот сделку вниз мы с вами уже рассмотрели. Говорили уже о том, что нам нужна новая модель для работы по канадцу на падение, которое может быть и долго особо сильно не проживет. Но мы ждем именно коррекционного движения. Сейчас вот это движение фактически как раз и заканчивается. Так что вот чем сейчас вот эта макушка закончится, мы узнаем, и у нас будет новый верх.
что давайте пока, чтобы соблазнов не было, я старые углы удалю. Вот, и пока в дальнейшем будем пользоваться исключительно квадратами и техникой, классической техникой. И после вот этого импульса формируется, я думаю, все узнали, вымпел, так что может скакнуть наверх. Насколько далеко неизвестно, потому что это все может закончиться дивергенцией. Нас, в принципе, устроит где-то вот в этой области, если он остановится. Мы получим очень корректную модель для начала падения. Пусть она даже проживет там до следующего вторника. Нам все равно, в принципе, сколько она проживет. Сколько проживет, столько и будем пользоваться. Вот. Но пока мы этого не увидим, старая модель уже не работает, а для новой данных еще пока маловато. В принципе, кто-то может сказать, что мы можем нарисовать вот такую. Вот. Но ей будет просто неудобно пользоваться. Подтасовкой заниматься особо сильно не хочется. Вот. Поэтому пока что оставляем данные в таком виде. Если он ничего не сделает, то у нас ничего другого не останется, кроме как взять за начальную вибрацию вот это колебание. То есть вот импульс и вот катя. То есть вот это движение будет первым колебанием первой вибрации в движении. Если он сейчас ничего нам не уточнит, и мы не сможем взять более большое колебание, вот такое. Более старшего порядка. Так что оставляем вопрос открытым. Скорее всего, будем развивать его уже в понедельник. Сегодня мы вряд ли этот ответ получим. Так, а мы продолжаем разговор. Еврик на часах упорно не хочет выходить за пределы канала. Продолжает лихорадочно стучать об нижнюю границу, об 1.12.0.14. Так как касаний было уже больше, чем 3, очень внимательно следим за этим процессом. Вчера я вас предупреждал еще о том, что если он коснется еще раз, скорее всего, отскочит назад. Но тут еще роль сыграли новости. Не только третье касание, естественно, новости важнее. Но, по сути, если бы мы даже о новостях не знали, мы увидим то, что мы в потенциале могли взять 18 пунктов, а за счет того, что новости добавили волатильность, он отскочил побольше на 37 пунктов назад. Сейчас ситуация может повториться, так что внимательно смотрите, и у нас еще сегодня новости на 12 часах. Как раз уже осталось совсем недалеко. Так, Рафаэль задает вопрос, фрактал считаете по 5 свечам, но если брать терминологию Билла Уильямса, то по 5 свечам я предпочитаю пользоваться фракталом из 9 свечей. Как его взять, я уже сказал, я вам в раздаточном материале добавил индикатор, который называется фрактал с Малагандальпари. Там можно брать из любого количества свечей фрактал, только мой совет брать нечетное количество больше чем 5. То есть 7, 9, 11 там и так далее. Но вот эти большие числа уже больше 10, они просто сильно запаздывать будут. Иногда будет неудобно пользоваться. А 9, на мой взгляд, очень комфортно. Очень многие современные графические методики в плоскости используют именно фракталы с четвертым ключом. То есть состоящие из 9 свечей. То есть, кто работал с методикой Эдгарса, тоже наверняка про фрактал с четвертым плечом слышали. Так, дальше Валерий пишет, банки и фонды отчитываются о прибыли в конец сентября. Так, Рафаэль, вижу, на ваш вопрос ответил. Так. Следующие посты уже внутренний диалог. Так, значит, по евро ждем внимательно новости и ждем еще одного касания от 12.014. Если не пробивает, то вот вам наглядные примеры того, что может произойти. Евро на 15 минутках. Тоже ставим, давайте, 12 час. Это нужно в основном для скальперов. Расчетное значение у нас 13 час получилось. И смотрите, что у нас здесь вырисовывается. Раз, два, три.
первые предпосылки на потенциальный ход наверх. И осциллятор говорит, что движение вниз сильное, скоро закончится, но закончится не сейчас. Так что в ближайшие 30 минут может начаться отскок наверх. Здесь цели поскромнее. То есть, если брать ход отсюда, то здесь 11 пунктов, здесь 23 пункта. Ну, для скальперов, в принципе, цели удовлетворительные. Для всех остальных уже не очень как-то. Фунт стерлингов сходил вниз, взял цель 29, не вижу, 470. Развернулся по времени, пошел наверх, развернулся на цене. К сожалению, подсказок с точки зрения цены у нас уже нет, и для фунта вот этот уровень уже явно видно вырисовывается как наиболее важный на этой неделе. У него может быть тройное касание здесь, даже уже не тройное, тут много раз было. То есть вот здесь был раз, два, три, ушел, и получается вот это четвертое. Вот сейчас может быть пятое и еще раз отойти к 29 796. Так что внимательно с фунтом, любители чуть-чуть поскальпировать, убрать немножко с рынка денег, забрать себе, в районе 30 пунктов может отскочить. Но только внимательно следите за отработкой. Скорее всего, даже может быть на более маленький таймфрейм придется перейти. На 15 минутках ситуация полностью идентична и даже более красиво выглядит. Единственное, придется подождать, чем закроется следующая свеча и текущая. То есть вам еще 18 минут надо подождать. Если будет здесь фрактал, то у вас получается три сигнала одновременно: сигнал по времени, сигнал по цене и третье касание сразу. Если будет фрактал, то он отскочит как минимум вот сюда, может быть больше. То есть потенциальное движение может быть либо 16, либо 33 пункта. Если здесь фрактала не будет, то соответственно и входа тоже в рынок не будет. Просто подождете. Он может спуститься на следующий уровень, отбиться от цены. Но это сигнал уже будет более слабый. Швейцарец. Сейчас уровень по времени. Поэтому если увидите фрактал в ближайшие 2 часа, у нас тут тень уже достаточно хорошая, как видите, да? То есть мы, допустим, видим две свечки какие-нибудь вот такие вот. Не видно будет вот такие вот свечки, то он может пойти и скорректироваться до 96 701, или может быть чуть-чуть выше, там это небольшое расстояние, либо 10 пунктов наверх, либо 28 пунктов наверх, и потом оттуда ныряет дальше вниз. Ну что, он как бы здесь первую свою цель забрал наконец-таки с какого там, с третьего захода. В понедельник мы с вами обозначали важный уровень 96 870 для пробития вниз и уровень 97 209 для пробития вверх. Вот он лихорадочно молотил в обе стороны, больше получалось вниз, и вот в реале уже вниз ушел. Так что вот если увидите эти две свечи, он пойдет сначала для разгона на коррекцию на один из этих уровней, потом все равно вниз. Если вот этих двух свечей не будет, то значит сразу пойдет дальше вниз и будет рисовать дивергенцию, пока не дойдет до одного из следующих уровней. Тогда цель будет 96 208. 96 208 цель будет в любом случае, если он пойдет сейчас сразу вниз, либо если он откатится назад и потом пойдет вниз. Естественно, на всякий случай можно поставить sell лимиты на 96.70 и на 96.87. Если он вот такой вот горб сделает и пойдет вниз, вы сможете взять больше прибыли. Если нет, ну что ж делать, возьмете чуть-чуть поменьше. В любом случае, потенциал хода очень неплохой и вероятность отработки тоже. Все вопросы разрешатся в течение 10 и 11 часа по MetaTrader. Так. Рафаэль задает вопрос: Алексей, когда собираюсь открыть сделку, то надо смотреть два графика по углам и по времени. Я правильно понял? Ну, сначала смотрим на углы, чтобы понять вообще, в каком направлении лучше становиться изначально. Вверх или вниз, более перспективные сделки. А потом, для того, чтобы уточнить точку входа, место take profit и место стоп-лосса, переходите на разметку по квадратам, то, что вот мы сейчас рассматриваем.
Так, Антон, вижу, так, пропустил фунт, повторите, пожалуйста. Ну, сейчас давайте уже пробежим все основные валютные пары, потом к фунту вернемся, потому что времени уже не так много осталось. Так, дальше сообщение вижу, внутренний чат пока что, пока не зачитываю. Так, дальше квадрат японки. Идеальный фактически разворот по времени, и опять она вернулась в свой диапазон. То есть три раза уже она пыталась дойти до заданной цели, но вот последний пример, то что вот в 7 утра было, это очень наглядный пример для новичков в основном. Те, кто давно ходят, я думаю, его и без меня сами прокомментируют. Но смысл в чем? Смотрите, цена вышла за обозначенный уровень, за 101-159, то есть у нее перспектива взять одну из двух целей, а может быть даже обе. Все то же самое, как в понедельник. Промежуточная цель 101-442, основная 101-867. Но это, как всегда, делается до ближайшего времени. Ближайшее время получается 7 часов утра. То есть у нее было всего лишь несколько свечей. Она рванула, но тяги не хватило, как говорится, и вернулась назад. Время развернуло. Сейчас она вернулась назад. И тут ситуация полностью идентична понедельнику, вторнику, среде и так далее, с одной лишь оговоркой: у нас больше нет подсказок от времени. То есть если она сейчас пробьет вверх или пробьет вниз, то мы можем сделать только такое косвенное предположение, что она может достигнуть обозначенных еще в понедельник целей до закрытия рынка, и все. Поэтому, возможно, любителям иены, так как у нас нет подсказок от второй степени свободы колебаний рынка, стоит воздержаться до понедельника от внутридневных сделок. Так как пятница — это не самый хороший день для сделок, да еще и по японской иене, по которой еще не понятно, начался уже восходящий тренд для удешевления японской иены в котировке доллар-иена или нет. Следующий — квадрат австралийца. Вернулась обратно цена в заданный диапазон. Тоже ей немножко там, мы недавно смотрели, ошиблись там на 3 пункта буквально, до цели цена не дошла. Вернулась обратно в диапазон. Вот, по времени никаких четких сигналов мы не увидели. Поэтому дальше работаем по ценам. Ситуация полностью идентична понедельнику. Пробивает вниз цель 75516 и пробивает верхнюю границу. Значит, идем до той цели, до которой 3 пункта не дошли в прошлый раз. Но мы с вами здесь посмотрели уже, какая разметка получается. Цена отстает от времени. И вполне возможно, что она будет падать до угла 1-2. Австралиец будет замедляться, и тогда цель автоматически вырисовывается. Это 75516, при учете, что цена не будет останавливаться на 75818. Для новичков на всякий случай прокомментирую. Если мы увидим какую-нибудь свечку, которая вот так вот сразу пробивает 75818, то скорее всего он возьмет и следующую цель. А если цены как-то подойдут к уровню и начнется какое-то там мелкое движение с бумажными зонтиками, там ложными пробоями и так далее, то скорее всего он так и не сможет дальше уйти к заданным целям. Ну, простой пример вот здесь был. То есть вышел и топчется на месте. Вот если вот такую кашу из свечей увидите, то как минимум стопов без убыток. А может быть, даже стоит прибыль взять и убежать. Да, может быть, что-то не доберете, но уже прибыль частично будет у вас на счете. Так, дальше. Так, Рафаэль пишет: у меня опять не открывается ваша аналитика, но здесь больше 200 человек. И у всех она, насколько я помню, за последнее время почти всегда как минимум 150 человек ее скачивали, у всех она запускалась. Вот. Единственная проблема, из-за которой она может у вас не запуститься, первое — это у вас перегружен компьютер, потому что я недавно сталкивался с такой ситуацией, что у вас нет просто банально свободного места на диске, и MetaTrader при запуске не может создать временные файлы, которые она будет использовать.
Второй вариант, вы запускаете не на Альпаришной платформе аналитику, и там стоит блокировка, она не будет работать просто. Вот. И третий вариант, вы пользуетесь слишком старой версией, которая просто перестанет работать. Точно так же, как и вчерашняя перестанет работать в понедельник. Вот самые основные вопросы. Новозеландец. Идеальный разворот по времени и по цене. В основном пример для новичков вот такой вот, да? Когда цена приходит в заданное время, в заданную цену, очень часто происходит отскок. Единственный отскок был не очень интересный в том плане, что оно происходило внутри диапазона. То есть обычно мы на выходе стараемся эти сделки ловить. Вот. Но именно для самого принципа использования временных и ценовых уровней очень хороший наглядный пример. Сделок здесь пока что никаких нет, потому что для нас он будет интересен только когда он выйдет выше 73.093 или ниже 72.281. Диапазон колебаний тут 80 пунктов, то есть даже вот в рамках вот этих красивых колебаний ширина диапазона узкая, это можно пока что назвать плоским рынком и не самым интересным вариантом. Канадец. Канадец почти отработал 29 числа свою заданную цель, потом пошел обратно, вернулся в диапазон, по времени никаких рывков не сделал, поэтому сейчас ждем, либо он пробивается выше 31.767 и открываются перспективы движения обратно к тем вершинам, с которых он падал, либо он пробивает 31.383, и тогда открывается перспектива вот к тому минимуму, который он не взял. В первом случае в падении потенциал движения 97 пунктов, во втором случае 95. Ну, грубо говоря, 90 и там, и там. Пока он ходит внутри вот этого диапазона, на него лучше не смотреть, потому что это будет движение на уровне шума, и не будет понятно, какой именно вибрации он будет подчиняться дальше. То есть внутри лучше ничего не делать. А дальше просто особого ума не нужно, делаем импульсное присоединение по тенденции и собираем прибыль в рамках одного импульса. Когда убежать, вам подскажет осциллятор. Так что ничего сложного абсолютно здесь нет, точно так же, как это было вот тут, можно забрать, или как это было вот здесь, кто отложенник ставил. Следующее золото. Здесь уже вот начинает разворачиваться, так что скоро новые байстопы пойдут. Вот, оно подошло к реверсивному углу по дням. И вот будем ждать на то, что он, может быть, наконец-таки пробьет. Прошу прощения, не к реверсивному, а к перенесенному 1.1. Что-то заговариваюсь. Когда он пробьет реверсивный 1.1, у него откроется сильный трендовый сигнал на покупку. Но это уже будет в любом случае не сегодня. А на часах, так как у нас образовался уже минимум, так как у нас вот здесь уже получилась двойная дивергенция, еще один косвенный факт того, что есть признаки для разворота, нам нужно теперь увидеть какое-нибудь маленькое-маленькое падение, которое окажется выше, чем вот этот минимум. То есть для того, чтобы я лично успокоился, мне нужно, вот, например, чтобы в заданное расчет на время было бы вообще шикарно, чтобы цена вот так упала, не дошла до 13.15.48 и после этого снова начала двигаться наверх. Получился бы неудавшийся размах, и цена бы пошла бы дальше наверх. Тогда можно было снова ставить байстопы, потому что начинается новый рывок уже новой часовой вибрации, которую мы рассматривали до этого. Потому что уже начнутся как раз первые движения наверх. И уже тогда можно будет те стопы, которые стояли, потихоньку подтягивать под вот этот вот минимум, потому что если тренд продолжится, цена его не тронет, и у меня освободятся две сделки, которые будут защищенными, и на величину их маржи я смогу открыть еще две новых сделки,
которые присоединятся к отработке. Потом, когда стоп перенесу выше вот этих двух, соответственно, освободятся еще две сделки, которые не рискованные, и на их величину тоже открою еще дополнительные сделки. И так постепенно буду набирать открытые позиции, так, чтобы изначальный риск оставался тем же самым. Но пока этого не произошло, соответственно, сейчас делать ничего не буду. Так. Так, иногда MetaTrader запускается на Program Files 86, а иногда на MetaQuotes терминал. Вот. Поэтому архив надо разархивировать на двух местах. Ну, здесь все зависит именно от того, где у вас прописан каталог данных. Обычно он не меняется. Если у вас версия Windows 7, то, скорее всего, он у вас так и будет, диск C, Program Files, там, куда у вас установлен MetaTrader, и прямо внутрь него можно будет файлы закидывать. Если старше, чем 7, там 8, 8.1 или выше, то в этом случае у вас создается подкаталог со своими личными настройками программы там внутри винды, и придется кидать уже туда, потому что если вы в каталог программы кинете, он не запустит эти файлы. Тут уже это как бы проверенный вариант. Золото на 15 минутках для экстремалов. Последние три времени практически идеально отработались. Если он сейчас не пробьет 1324-835, он откатится назад. 1320-34 или 1322-59, это будет как раз началом того, о чем я вам говорил, что для того, чтобы продолжился рост, нужен еще один минимум выше, чем вот это значение. Пока этого минимума не будет, уже быть спокойными и рассчитывать на дальнейшие входы в золото пока не стоит. И, скорее всего, обсуждать мы это будем уже в понедельник с вами. Сегодня каких-то сделок дополнительных открывать не стоит. Так, Аргентум, где он там у нас? Он, зараза, тормозит сейчас. Вот он. Мы все ближе и ближе к 3-10. Как раз будет уровень по времени. Углы, как видите, сжимаются. Так что постепенно мы наверняка увидим сигнал по серебру, и вполне возможно, что это будет тоже сигнал на дальнейшую покупку. Но более интересны сейчас именно часы. Как видите, у нас буквально уже через несколько часов уровень по времени будет, через 3 часа мы уже точно увидим этот. Единственный момент, что в последнее время цена стояла на месте. Поэтому нужно подождать именно какой-нибудь сильной бычьей или медвежьей свечи. Но так как в глобальном смысле мы встречаем временной уровень после сильного падения, более логично предположить, что будет минимум. Да? То есть, что после него будет какая-то вот такая свечка, которая будет идти наверх именно. Если мы это увидим, то, соответственно, открываются перспективы на рост. Первая цель 19.334, так же, как было на прошлой неделе или на позапрошлой, вот, и вторая цель 19.940, также как было изначально, потому что углы здесь абсолютно никогда не двигаются, ни по ценам, ни по времени. И отрабатываться все это дело может достаточно долго, аж до 12 октября, это следующий уровень по времени будет. Так, а куда делись, 15 минутках у нас не было на серебре. Так, нефть пошла наверх. Значит, наверное, я ОПЕК не смотрел, чем закончилось. Вот. Вроде бы разговоры шли о заморозке. Раз пошла наверх, значит, на рынке ее стало поменьше. Наверное, все-таки договорились. Надо будет почитать новости. Или если кто информацию по нефти имеет, то было бы неплохо в чате это услышать. Так, дальше. Иван спрашивает, какие стопы сейчас по золоту лучше держать? Если вы стоите в долгосроке, то стопы должны стоять ниже 1300.
Так. Вижу еще сообщение от Харриса насчет терминала. Ну, если запускаете как портативный, то как мобильный, то в любом случае он должен из своего же каталога подгружать, а не из внешнего. То есть у меня есть MetaTrader на флешке, и он не требует каких-то внешних данных. Так. Рубль в кои-то веке залез за 2.1. Последний раз такое было, наверное, году в 14-м. Вот. Возможно, если он обновит вот эти минимумы, может быть, мы увидим какое-то дальнейшее движение котировки вниз. Если нефть будет дорожать, рубль начнет чувствовать себя немножко получше. Швейцарский франк. Так, вот тут надо вернуться к старой разметке. То, что нам Михаил говорил. Я думаю, надо еще на дневной график поставить. Вот это значение. Пусть на дневном графике тоже фигурирует. Так, но здесь не совпадает с расчетными значениями. Расчетное значение получается ближайшее 94 979. Цена отошла от любимого угла 97.099, так что в первом приближении ждем где-то на 95 416, потом на 94 979. Так, ну и иену пока что не трогаем. Вот, в принципе, и все. Так, дальше. Еще вижу сообщение. По словам двух источников, добыча будет ограничена уровнем 32-50 миллиона баррелей нефти в сутки. Сейчас картель добывает 33-24 миллиона баррелей нефти в сутки. Так, конкретные уровни добычи для каждой из стран, входящих в организацию, будут согласованы на встрече ОПЕК в ноябре. И ссылка. Так, отлично. Так, еще сообщение. Сергей пишет, ОПЕК договорились немного сократить, но квоты кто и сколько не согласовали, отложили на ноябрь. Так, опять пока только рассмотрели вопрос о заморозке добычи от 200 тысяч до 700 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание в ноябре. Там планируют принять в действие предыдущее соглашение, но есть очень много но. Так, хорошо. В любом случае уже какая-то информация есть. Так, теперь давайте сейчас сделаю вам раздаточный материал. Напоминаю всем, кто сегодня не обновит раздаточный материал, в понедельник у вас перестанут работать все скрипты и все индикаторы, которые относятся к тем, что я добавляю в раздаточный материал. Так что, кто обновляет только по понедельникам, не поленитесь, сегодня тоже установите новые данные. Так, сегодня 30.09.2016. Так, файлы еще не сохранились. Ну-ка, назад вернемся.
Вот, другое дело. Все, данные сохранены. Сейчас быстренько я закину. Так, как всегда, инструкция по установке, дневник трейдера. Как обычно, где-то 600 килобайт получается. Так. Так, держите ссылку, те, кто будут смотреть в повторе. Вот новое, придется только от руки набрать. На паузу поставите видео и наберете. Так. Как открыть ссылку, покажите, пожалуйста. Но раз уж зашел разговор, смотрите. Я думал, что сложности в этом никакой нет. Вот он, наш диалог сейчас с вами. Вот вы написали, как открыть ссылку. Вот нажали, вот она загрузилась. Вот кнопка скачать. Я думаю, ничего трудного в этом нет. Уже 49 человек просмотрели и скачали. Уже 50. Но это, походу, только что я был. Вот. Так что ничего сложного нет. Просто нажимаете и скачиваете. Надеюсь, Рафаэль, на ваш вопрос я ответил. Так, у меня на сегодня все. Подводим итоги недели. Возможно, в течение сегодняшнего дня еще получится что-нибудь взять. Не забываем, что в 12 часов еще будут важные новости по Европе. Может быть, по Еврику удастся что-нибудь взять. А со всеми остальными встречаемся уже в понедельник. Считаем новые квадраты по всем основным валютным парам, также по золоту. Вот. И смотрим перспективы на следующую неделю. С новичками встретимся еще сегодня в 16 часов. Подведем итоги обучения первой части базовому курсу. И сегодня еще встречаемся в 11 часов с теми, кто не знаком с MetaTrader 5, кто хочет узнать, чем он отличается от четверки, какие есть нововведения, преимущества, недостатки и так далее. На следующей неделе будет еще курс по MQL 4, поэтому кто интересуется своими собственными какими-то разработками, можете тоже посмотреть в расписании именно семинаров по Ростову-на-Дону, найдете там один семинар, будет бесплатный, абсолютно для всех доступен. Кто захочет начать собственные какие-то разработки, вам это очень сильно поможет, потому что рассчитан на тех людей, которые вообще никогда в жизни программированием не занимались. Вот, у меня на этом все. С вами был Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Всем удачи и попутного тренда. До свидания.